Всем привет, вы на канале Китайский Бампер. Сегодня расскажу, как я заказал для 11.2.0 корпус. Корпус как корпус, обычный Nokia. Ну вот, то есть вот оригинальный корпус уже истерся. Я решил заказать. А вот новый корпус. Оригинальный прям вот хорошо так собран, ну заебись. А вот китайский, он, ну, блядь, он прям тонкий, как сделан из бумаги. Это первое. Во-вторых, все это стирается, вот кнопки эти, при нажатии ежедневном все кнопки сотрутся. Все сотрется. Надпись Nokia сотрется. Так что вот такой вот корпус. Не знаю, кто хочет заказывать, если трещины какие-то. А если нет, то лучше оставить свой старый корпус. Проверенный, надежный, неубиваемый. Вот такой вот обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующего видео.